Приветствую вас, и давайте попробуем определить то, с какого момента у вас начались именно проблемы с мужчиной. Вот он с вами флиртовал, он обращал на вас внимание, и вы подумали, что вы родственные души с ним. То есть фактически вы воспринимали его флирт как нечто больше, как что-то больше. Как что-то большее для вас, как что-то большее, чем это было на самом деле. Когда мужчина, собственно, показал вам, что ничего особенного в его поведении нет, вы разозлились и высказали ему все, что думаете. Видите ли, у мужчины есть в данном случае железное алиби с точки зрения, ну, морали, может быть, с точки зрения общественных устоев и так далее. Он так делал со всеми. То есть он флиртовал со всеми. И только вы реагировали, прореагировали на это так, что вот это вылилось в поток взаимных оскорблений. И мужчина теперь считает, что это именно вы виноваты в том, что такая ситуация произошла. Потому что он флиртовал со всеми, а вы надумали себе там чего-то, придумали и в итоге чего-то от него захотели. И понимаете, вот в этом плане вы правильно поняли. Вы правильно поняли, что у вас нет шансов доказать мужчине, что он не прав. И вас слушать никто не будет, на самом деле, потому что коллектив там сплоченный, в месте, куда вы ходили заниматься. И вам нужно здесь понять одну такую вещь. Вещь эта заключается в том, что вы нагрузили себя. И вопрос, который у меня к вам, заключается именно в этом. Мужчина вас к себе привлек. Мужчина вам что-то показал такое, то есть дал понять, что может дать вам. В чем вы очень сильно нуждаетесь. И вот именно поэтому, именно потому, что вы в этом очень сильно нуждаетесь, у вас и обида. И давайте мы с вами попробуем поговорить насчет того, какие у вас желания. Какие у вас потребности? Потому что, простите, именно потребности, а точнее их неудовлетворенность, и оказало влияние на то, как вы восприняли всю эту ситуацию. Если бы у вас все было бы хорошо в жизни, то на эту ситуацию вы бы так сильно внимания не обратили. Просто потому что, проявил инструктор должного внимания, повел себя как невоспитанный, там, грубиян, да. Ну, это его проблема, не ваша, вы бы отпустили ситуацию, но вас это задело. И задело это вас это именно из-за того, что вы себя накрутили за полгода.
Вот я хочу задать вам вопрос. Почему вы накрутили себя за полгода до такого состояния? Вы желаемо то, чего вы хотели, вы выдавали за действительное. И когда вам, получается, показали, что действительно это нежелаемо, а все гораздо прозаичнее, вам стало очень обидно. И обидно до сих пор. Вот над тем, что позволило вам накрутить себя, и нужно работать. С этим нужно разбираться. Какие такие у вас желания, какая такая неудовлетворенность. И в этом ключе нужно работать, чтобы не быть зависимой от людей именно в этих сферах. И вот тогда у вас все будет в порядке. Тогда вы сможете эту ситуацию отпустить, потому что поймете, почему именно она вас так сильно задела. Если будете удовлетворять свои желания в том, в чем они не удовлетворены. А не удовлетворены они именно вот в этом. Вот в том контексте, как раз о котором я говорю. Поэтому все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.